Люди жили здесь более 10 тысяч лет назад. Именно здесь, в центре тайги, родился город на Амуре, крупнейший промышленный центр Дальнего Востока. Сегодня мы реализуем долгосрочный план комплексного социально-экономического развития. Бизнес реализует новые направления в незанятых нишах экономики. Мы применяем современные методы поддержки бизнеса. Благодаря этому в городе активно развивается социальное предпринимательство. Наращивает обороты туристический кластер. Наш город движется в ногу со временем. У него есть все необходимое для прорывного развития. Промышленный и научный потенциал. Развитая инфраструктура. Активный малый бизнес и внутренний туризм. Но главная сила города – его люди. Способные удивлять, восхищать и совершать невероятное. Они любят родную землю и заслуживают уважения всего мира. Комсомольский на Амуре созданы условия для успешной реализации ваших проектов. Мы открыты для инвесторов и инвестиционных предложений. Добро пожаловать в Комсомольск на Амуре. В 2018 году.